времени, в котором Господь определил каждого из нас. И кто, и это все в наших руках, как мы проводим это время, и как мы предстанем пред Богом. Можно то, что было озвучено, сейчас сказано отца Ежи, за 20 лет моего служения, я могу сказать, не подтвердить, что в действительности это был человек, неугомонимый, то есть человек постоянно старался как можно больше сделать хорошего. Он жил для других, жил для вас. Он стоял действительно у истоков создания католической общины в Калининграде. И это достойно он сделал. Поэтому у него было много очень хороших качеств. И вот он умел создавать мир межконфессиональный, что таким образом он приобрел уважение и любовь многих-многих священнослужителей Калининградской области. Да, отец Ежи, дорогой, мы скорбим сегодня и молимся о покаянии твоей души. Пусть Господь тебя со святыми упокоит. Нам всем даст силы, мудрости, чтобы твои чады продолжали бы делать твое дело. В действительности ты очень-очень много сделал в Калининградской области и оставил о себе такой замечательный.